какой-то фонтанчик. Не знаю, правда, всегда он, по-моему, он был... А, да, вот там такой вот. В центре побольше, а здесь по краям такой поменьше. Ходила на концерт, хоть погуляла. Погодка сегодня хорошая. Красота. Красота. Люди идут на Красную площадь. То есть вот те, кто туда проходят, идут вот такими большими группами. Вот идут. То есть, я так понимаю, это какие-то организации. Организации. Вот пошли. Ну, я же обратила внимание, все, кого пропускают, все идут вот такими большими группами.
за спиной. Да, это мой театр у меня за спиной. Очень красиво. Хороший сегодня денечек. Погуляю побольше. Какое дерево. Если бы не было еще столько военных вокруг, очень красиво. Солнышко выглядывает слегка. Такое небо. Театральная площадь. Я сейчас на театральной площади перед Большим театром. Пойду за колонну подержусь. В школе я здесь. Пойду подержусь за колонну. Большого театра. Держусь за колонну. Здесь окна из гримерок артистов Малого театра. Здесь где-то гримерка Ирины Муравьевой. Она, ну, как-то давала интервью и рассказывала, что у нее окна прям выходят из ее гримерки на театральную площадь. Она и сейчас там. Это колонна.
стоять, мне ее не получится, так только прислониться. Она очень большая, чтобы я ее обняла, но я так обняла, конечно, как смогла, кусочек. Подъезд был 11, это подъезд 10. Царская невеста сегодня. Историческая сцена. Конечно, заглянуть, но не буду. Все равно я покупать ничего там не буду. Ну так ради интереса, конечно, можно было. Ну, не открывается. Может быть, только кажется, что открыто. На самом деле там какая-то такая задвижка. А, там написано подъезд 12. Может быть, не открывается. Еще идут целый отряд тоже, видимо, туда же, на то же мероприятие, на которое по пропускам. В общем, нужно идти домой, смотреть по телевизору.